неправильно говорить вообще как бы о газоне. Да, то есть газон это всего лишь один из элементов. Да, то есть мы показали, как необходимо благоустраивать территорию, чтобы не было грязи. Сотни тысяч вот этих швов по городу, где понемножку вот так вот протекло, да, и превратилось, соответственно, как бы как только выпадет снег, это все это будет грязь. И будут все, откуда у нас грязь? Мы же чистим. Я с Юрой не был знаком, но я живу сам на Гоголе, поэтому я газон видел, как делали, и думаю, ну надо же, какой кто-то молодец какой, взял и сделал. Я очень люблю людей, которые делают что-то, потому что говорить мы все научились, в соцсетях так мы вообще все просто Геракла. И когда он на меня вышел, вот он просто позвонил, сказал, что я вот тот человек, кто сделал газон. Мы с ним встретились, поговорили, он мне рассказал идею, там, ну, чтобы создать какой-то такой фон. Я говорю, слушай, ну я готов, но давай что-нибудь сделаем, чтобы фонд анонсировать чем-то. Ну нет, сюда, конечно, положились. Это достаточно дорогая история, потому что здесь вот сейчас мы видим только газон, новые кусты, но чтобы появился газон, мы отсюда 6 КАМАЗов лишней земли вывезли. Меньше пыли, меньше грязи будет. Не будет стекать все с газонов на тротуар, на проезжую часть. Хорошо стало. Планы на самом деле на данный момент, так как лето уже все равно заканчивается, планы за следующему сезону подготовить какое-то общественное мнение, собрать костяк энтузиастов, аккумулировать какие-то средства, чтобы уже с начала следующего лета взять и сделать несколько. Вообще хотелось бы всю улицу Ленина сделать.